с самого юга, Юго-Восточной Азии. Специальный бизнес-репортаж, анализ компаний, которые уже в данный момент могут выйти на российский рынок. В связи со спецификой данного репортажа мы просим вас убрать ваших детей от наших голубых экранов. Азия. Чарующая земля, полная загадок своего экономического бума. Кто же они, эти 20 драконов бизнеса? 20 бренд-неймов, способных изменить лицо российского рынка. Под номером 1 идет кокосовый напиток «Ортодокс». Правильный напиток для правильных людей. Успешный брендинг на космополитичную целевую аудиторию. Под номером 2 сеть закусочных ресторанов «Бадун» ведет начало от ресторана в Урумчи. Скоро у станции метро. Номер 3. Марка модной женской одежды «Како». Для модниц и не только. Сеть модных магазинов вдоль Тверской с заходом на Тверскую Ямскую. Номер 4. Тарелки и чашки, а также горшки фирмы «Фокин». Народное русское имя не может не привлечь рачительную хозяйку, склонную поддерживать российского производителя. Под номером 5. Печенье «Саша». Гордый последователь популярнейшего одеколона. Скоро на прилавках круглосуточных магазинов. Черный Димон. Суровая линия спортивной одежды для друзей со двора. Отличное позиционирование бренда найдет отклик не только среди Дмитриев, но и среди их корешков. Телефоны и компьютерные аксессуары «Белкин» для искушенных хорошей литературой людей. Надежность и утонченность скоро на Митинском рынке в столице. Я надену свои хачи. Хачи. Отличный обувь, слушай, да? Носить не сносить. Все наши ходят который год. Мы, китайский консумер, отдаем голос качеству, да? Под номером 9. Для туристов и киноманов. Уголок культуры в городе Макао, что на юге Китая. Развлекательный комплекс «Дом Педров». Номер 10. Ребрендинг милитаризированной одежды в рамках года Китая в России. Русские китизи. Кубинка. Модификация всего двух черт буквы «В». А какой диапазон семантического разнообразия? Под номером 11 проходит индийская кухня с южно-китайской спецификой. Ресторан в Гонконге «Зайка». Удобное место для встреч с лапушками под заливную дичь. Сеть ресторанов «Зайка». Кто знает, тот понимает. А сейчас самое время убрать женщин, беременных, детей от ваших голубых экранов. Предложение для серьезных людей. Под номером 12. Уважаемая шанхайская фирма. Наша фирма – залог успешных поставок и высокого качества. Номер 13. Транснациональная консалтинговая компания по связям с общественностью и обслуживанию клиентов. Неограниченный профессионализм и ответственность. Номер 14. Модницам на заметку. Быстро развивающийся бренд женской обуви. Теперь можно не заботиться о том, где купить высококачественную обувь и стучать каблучками по тротуарам России. Под номером 15. Спортивная одежда из натуральной искусственной оленьей кожи. Оторвись на вечеринках в ультрамодной одежде со вкусом. Номер 16. Демонстрирует нам спортивную одежду только для настоящих фанатов спорта. Заказывайте рекламу на автобусах, пригородных маршрутов и щеголяйте в спортзале или в скверике у подъезда. Номер 17. Сеть спортивных магазинов. Качество для экспертов с профессиональными обязательствами. Номер 18. Еще одна находка для модниц. Марка не маркой одежды «Мандида». Для каждодневной носки, для походов в школу, на работу и в магазин. «Мандида». Качество на пределе возможностей. Номер 19. Закономерным можно назвать появление на рынке гостей из Индонезии. Сеть приостановочных 24-часовых магазинов «Сука-сука». Обслуживание по высшему классу в любое время дня и ночи. Ну и наконец, номер 20. Народная китайская водка в экспортном исполнении. Водка «Ант».
высококачественная импонентская водка. Она производится из самой чистой воды и первосортной кукурузы. Она очень вкусная. Но самое главное, водку Ант берет с собой председатель Дзян во время визита за Россией, Францией и другими государствами. Одним словом, водка Ант – ваш верный друг. Анхойский генеразовод водки. На этом заканчивается наш репортаж. При желании профессиональные лингвисты помогут вам при кастомизации ваших наименований. Надеемся, что вести из Китая помогут ориентироваться в мире международного бизнеса.